На национальной премии в области туризма Russia Event Awards Якутия представляет три проекта. Это гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». Он борется за звание лучшего туристического события в области гастрономического туризма. Фестиваль «Зима» начинается в Якутии в номинации «Лучшее событие в области популяризации событийного туризма». И фестиваль «Бриллиантовые нотки» в номинации «Лучшее детское туристическое событие». Всего на соискание национальной премии Russia Awards номинировано 702 проекта из 68 регионов. Страны. По итогам 44 региональных конкурсов право на участие в финале получили 187 проектов из 41 региона страны.